В этот шаббат у нас две недельные главы «Ваякер» и «Пкудей», и мы заканчиваем книгу «Шмот». Как Рамбан пишет в введении к нашей книге «Шмот», книга «Шмот» – это книга избавления, выхода из Египта и... Так почему же она заканчивается в главе Пкудей, а не, скажем, в главе Бо или Башалах, с выходом из Египта? Рамбан говорит, что выход из Египта должен быть таки не только физическим, но и духовным. Они должны дойти до уровня их отцов Авраама, Ицхака и Якова. И как они получили Тору на горе Синай, это в главе Итро, они должны были еще построить временный храм Мишкан, и что там есть присутствие Шхины, присутствие Бога внутри еврейского народа. И когда Мишкан был построен, и там было облако, присутствие Бога, этим заканчивается книга Шмот. Они дошли до уровня своих отцов. В этот шаббат читают еще главу Паршат Ходеш про принесение пасхальной жертвы. Мы очень близки к празднику Песах. Когда стоял храм, надо было приносить пасхальную жертву. И поэтому читают в этот шаббат, вынимают два свитка Торы, там, где есть два свитка Торы, и читают эти две главы, Ваякер Пкудей, и читают главу Паршат Ходеш о принесении пасхальной жертвы. Дай Бог, чтобы Бог, дай Бог, чтобы мы могли и в этом году принести. Мы не знаем расчеты Бога. Ваякеу Мейше, собрал Мейше, скоро даст на Исраил, всю общину сынов Израиля, ваемералэм, сказал им, или гадворим, эти слова, аши от всего одиной расы с Исом, что Бог велел это их делать. Шейше съем им теосем и роха, шесть дней, что была сделана работа, ваемашви, на седьмой день, елохем кейдеш, будет у вас святое, шабас шабосен ладиной, полный отдых перед Богом. Кола Иса в имя Роха Юмос. Каждый, кто делает в нем работу, так и будет умертвлен. Ему полагается смертная казнь за нарушение святости субботы. То, что Тора говорит о нарушении субботы смертной казни, как и на другие действия, там есть еще условия, что должны быть два свидетеля, и предупреждение, и после этого нарушения. Но тут Тора нам указывает, насколько важен отдых в субботу, и насколько надо этого остерегаться, настолько строго нарушение, что тот, кто это нарушает, полагается смертная казнь. Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях, Поема Шаббас, день субботний. По пшату можно сказать, что почему Тора... И тут вопрос. Не зажигать огонь, это ведь... Зажигание огня – это одна из работ в субботу. Почему Тора это выделяет? Простому пшату можно сказать так, что человек может думать. Нельзя пахать, сеять. Но зажигание огня обычно связано пожарить яичницу, истопить печку, связано с удовольствием. Так не, в субботу нельзя делать никакую работу. Можно сказать, это отличить субботу от праздника. Праздник можно зажигать огонь от огня, а в субботу нельзя. В Талмуде есть два
объяснение, что, в чем, почему написано отдельно о зажигании огня. Теперь сразу после этого идет указание о постройке мешкана. Почему? Интересно. Тут написано о постройке мешкана после указания о соблюдении субботы. И в главе Китиса тоже упоминается о соблюдении субботы прямо после указания о постройке мешкана. Так интересно. Во-первых, и тут, и там они написаны одно возле другого. А почему? Какое имеет отношение соблюдение субботы к постройке мешкана? Учат отсюда, в Талмуде, во-первых, учат, что постройка мешкана не отодвигает субботу. Субботу не строит мешкан. Строится мешкан, и это, но не в субботу. Суббота важнее. Второе, что учит из этого, что именно те работы, которые производились при постройке мешкана, именно они запрещены в субботу. Именно эти работы. Именно работы, которые производились при постройке мешкана. В трактате «Шаббат», в 7 главе, где разбираются все 39 работ, которые запрещены в субботу, так там приводится, где спрашивает Гемара, а где это было в мешкане? И Гемара отвечает. Каждая из работ, где она была в мешкане. Мишне. Эти работы и записаны по порядку. Как порядок выпечки хлеба. От пахания и сеяния до выпечки. 11 работ. Затем 13 ткацких работ и так далее. А всего 39. А в мешкане они были не при выпечке хлеба, а там при... Надо же было красить ткани. И для этого надо было и красить ткани, и надо было, я прошу прощения, надо были определенные растения, которые нужны были для масла помазания. Для этого нужны были все эти сельскохозяйственные работы, и отбор, и варка. Так там была варка, не выпечка. Но в Мишне, Мишна упоминает эти 39 работ, в числе них пахание, сеяние и другие работы в связи с выпечкой хлеба. Потому что это то, что наиболее практично. А в мешкане это было связано с пахучими растениями, которые употреблялись при производстве масла помазания. Интересно, а почему именно работа в субботу связана с мешканом? И вообще, что значит, какое понятие работы? Тут написано повсюду, при запрете работы в субботу, повсюду написано ли мелоха, работа. А что такое мелоха? В языке Торы есть слово мелоха, а есть слово авода.
А вода – это с того же корня, как эвет, раб. То есть работа, которой человек устает. Мераха, противоположность этому, это работа, при которой создается что-то новое. Мераха. То есть она не сопоставляется с усталостью того, кто работает, она сопоставляется с производством чего-то нового. Ну, параллель этому мы находим также в том, что в главе Брейшит Тора пишет так, что евреи должны сохранять субботу, потому что Бог за 6 дней создал небеса и землю, а в 7-й он отдохнул. Что может означать понятие отдыха относительно Бога? Бог устает? Конечно, нет. Так что значит Бог отдохнул? Это значит, за 6 дней Бог создал что-то новое. Первый день создал небеса и землю, во второй день небосвод, третье – растения и так далее. Что-то новое материальное. А в субботу он ничего нового материального не создал. То есть тут тоже видим, что понятие работы, запрещенной в субботу, это работа, которая связана с производством чего-то нового. Но интересно, какое, так мы видим тут о работе в субботу две параллели, два сопоставления. Одно сопоставление с тем, как Бог создал небеса и землю, а другое постройка мешкана. Как эти два сопоставления сочетаются вместе? Очень просто. Постройка мешкан – это как миниатюра мира. Так это одно соответствует другому. Создание Бога небес и земли и постройка мешкана, они сопоставляются одно с другим. Интересно. Так выходит, если человек зажигает спичку, он создает огонь, который спичку в шаббат, зажигает огонь в шаббат. Он не устает от этого, но он создает что-то новое. Так это работа в субботу. А если человек будет передвигать тяжелые столы по дому, тяжелые шкафы, занятие ли это для субботы, не занятие, другой вопрос. Но работы как таковой он не нарушает, если он будет передвигать. Он устанет, но работу он не нарушает. Как таковой? Может, это в субботу не подходит делать, может, это какие-то шкафы будут мукцы, но это не работа. Интересно. Я уже упомянул, что в главе Китиса упоминается запрет на работу в субботу и постройка мешкана. Один отрывок возле другого. И у нас тоже. В главе Ваякел. Указание о запрете работы в субботу и указание о постройке мешкана, указание о том, чтобы собрать людей и сказать им, чтобы они приносили приношение для мешкана, стоят один отрывок возле другого. Но есть разница. В главе Китиса раньше говорится о постройке мешкана, а затем о субботе. А в нашей главе
раньше говорится о субботе, а затем о постройке Мишкана. С чем связано это изменение? Бейс Халеви, раввин из первой из династии Соловейчиков, раввин из Бриска, рабби Йосеф Дов Соловейчик, в своем, в своей книге на Тору Бейс Халеви говорит так. Глава Китиса была сказана до греха Золотого Тельца. Наша глава сказана после греха Золотого Тельца. И отношение близости и любви Бога к еврейскому народу есть определенные изменения между близостью Бога к еврейскому народу до греха Золотого Тельца и после греха Золотого Тельца. Он говорит на это пример из практической жизни. У богатого папы есть сын, который он сейчас женит. И он покупает ему разное на свадьбу. Есть что-то, что очень необходимо, а есть что-то, как украшение излишества. С чего начинается покупка? Так Бейс Халеви говорит так. Если папа очень любит сына и очень близок к нему, так он начинает покупку с украшений излишеств. То, что необходимо, я же определенно куплю. А когда отношение любви меньше, то тогда папа ведет себя по-другому. Он начинает прежде всего покупки необходимого. Останется время, возможность, он купит и золотые часы, и украшения, и так далее. К чему тут это сравнение? Об отношении Бога с еврейским народом. О постройке временного храма Мишкана и о соблюдении субботы. До греха, он говорит так, постройка временного храма Мишкана, это очень хорошо и очень, очень важно, но все-таки еврейский народ может существовать без него. А суббота, соблюдение субботы, это необходимость для еврейского народа. Поэтому он говорит, до греха Золотого Тельца, раньше была написана глава о постройке Мишкана. Это украшение еще и важно, потому что то, что необходимо, любовь была бы очень большой. И поэтому то, что необходимо, определенно будет. Раньше Тора пишет о постройке Мишкана, а затем о соблюдении субботы. После греха Золотого Тельца Тора меняет порядок. Напишет о самом необходимом в первую очередь. О соблюдении субботы и только потом об указании о постройке Мишкана. Мы сейчас во всем мире находится в непростом положении в связи с эпидемией короны и в Израиле, и в Европе, и в Америке, повсюду. И нужно нам прибавлять заслуги, молитвы, и чтобы Бог помог, чтобы не было умерших, и чтобы
чтобы эта эпидемия быстрее прошла. Что тут Бог хочет этим? Ведь все, что происходит в мире, это руководство Бога. Я не знаю. Я могу вам сказать просто то, что я думаю, то, что я ощущаю об этом. В современном мире многие люди, многие люди ощущают, что по большому счету человечество развило технику. Есть много научных открытий. Нашли антибиотику, нашли вакцины против многих заболеваний и так далее. И у многих было ощущение, что человек – это уже полный хозяин мира. Бог показывает, что, конечно, человек – принц тут в этом мире, и он тут самый главный и важный, но есть над ним, есть хозяин над ним, есть Бог. И надо знать это и ощущать. И считаться с мнением владыка мира. Согнуть голову перед Богом. Понять и почувствовать это, и согнуть голову. Мне кажется, большинство людей это сейчас, много людей это сейчас ощущает сами. Даже профессора чувствуют себя в связи с этим маленьким вирусом, как в потемках. Они предлагают, лечат, но они ощущают, что они не знают полностью, что происходит и как с этим бороться. Да? Есть комментарий Рабби Блоха, в чем был грех людей, человечества, которые при разделении языков, когда они шли строить башню. Он пишет об этом так, что они хотели выйти из-под руководства Бога. Мы сами справляемся, чтобы нам не указывали. Надо помнить, что есть владыка мира, и ощущать это. Что же делать? Смотрите, определенно меры предосторожности, которые Минздрав Израиля и также Минздрав в других местах указывает, надо соблюдать. И мы знаем, что по Торе хамире саканте миисура. Осторожность в вопросах опасности еще больше, чем в вопросах запрета, то, что Тора запретила. Ибо от опасности надо быть отдален. Это определенно надо соблюдать. Вопрос другой. Что Бог хочет и какие заслуги искать? Прежде всего, я хотел бы упомянуть короткое письмо Рабби Хаим Каневского. Он крупнейший человек нашего поколения в Торе, в служении Богу, в молитве. Его порядок, что он за год кончает Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд, и помнит его, знает его замечательно, автор многих книг. Но он всегда был больше в тени, когда остальные большие люди поколения ушли от нас.
Так он стал полностью в центре. Он всегда был очень великим человеком. Так его письм, в его письме он пишет так, что надо остерегаться, надо больше остерегаться, стараться больше остерегаться от злословия, от лашон ара и рахилут, от злословия и сплетен. С чем он это связывает с теперешним заболеванием? Теперь человек, которого подозреваем, что он имел отношение с больным короной, его изолируют. Ему делают карантин. В Торе, кого изолируют за пределы города? Кого? Мецора. Как принято, у кого есть пятна на коже, как принято переводить прокаженного. Прокаженного изолирует за пределы города, и он находится изолирован сам. Талмуд в Геморе Арахин спрашивает, а почему его изолируют? Чем он иначе других нечистых? Почему его изолируют за пределы города? Отвечает на это Талмуд так. Он своими разговорами разделил между мужем и женой, между друзьями. Пусть он тоже будет изолирован. То есть за плохой язык, за злоречие, за сплетни, человек, в Торе написано, что человека изолирует. Так то, что сейчас происходит, подобно этому. Поэтому он пишет, что надо в этом особенно остерегаться. Затем он пишет, что надо остерегаться в скромности, то есть не высовываться, скромно, вести себя скромно. И в уступчивости. И он приводит комментарий Рош. Там написано так, что был вопрос, кого сделать, поставить во главе ешивы. Рабе или рав Йосеф? Собирались поставить рав Йосефа. Он не принял на себя. Поставили рабы, так там написано, что все дни, когда раба был во главе, рав Йосеф даже не звал к себе человека, который, чтобы пускал ему кровь. Так в комментарии Рош написано так. Потому что он вел себя скромно, не хотел стать руководителем ешивы, то он не нуждался, даже чтобы ему пускали кровь. Он был здоровым, он и его домашние. То есть, там написано так, он не звался. Он даже человека, который пускает кровь, не звал к себе домой. Если бы он был, нуждался бы в этом. Он бы должен был позвать. Или, если бы кто-то из его домашних нуждался в этом, так он пишет комментарий от имени Раб Мейер а-Леви, что ни он, ни его домашние не нуждались в этом. Потому что качество скромности им помогло, чтобы они не заболели. Есть интересная гемара. О качестве скромности. Гемара говорит так. Будь в тишине, чтобы быть незаметным и сохраняйся. И гемара на это приводит параллель. Есть мишна, что человек, дом, в котором есть
пятна на стене, на стенах дома. И вообще этот дом, никто не решает, дом надо ломать или нет, закрывать или не закрывать. Это нужно для этого звать коэна. И коэн должен это рассматривать при дневном свете. А там нет окон. Темный дом. Не надо проламывать окна, чтобы смотреть его нега, его проказу. То есть проказа там есть, и недостаток может и есть. Но он темный, никто его не видит. Не видит? Проламывать окна не надо. То есть, когда человек незаметен, это большая браха, что он сохраняется. Большая браха быть менее заметным, менее выделяться. Насчет качества уступчивости, что Рав Хаим тоже пишет, есть интересная гемара в Рош ха-Шана, 17-й лист. Я помню, Рав Хаим Шмулевич зацал всегда, каждый год. Или перед Рош ха-Шана, или между Рош ха-Шана и Йом-Кипур говорил в своих беседах об этом качестве. Гемара там говорит так. Кол амавира умидейсов, кто проходит под своим качеством, то есть уступает другим. Мавирин ли Яков Шов, так ему прощают с небес его нарушения. То есть как человек ведет себя с другими, так Бог и ведет себя с ним. Гемара нам рассказывает историю. Рав Попе и Равуна Брид Рав Йешуа были друзьями, вместе учились у Абая и Ровы. И как-то Равуна Брид Рав Йешуа был болен. Его, так Рав Попе пошел его навещать, как друг. Он увидел, что Равуна Брид Рав Йешуа чувствует себя очень нехорошо. Он при смерти. Рав Попе сказал, ну, надо готовить ему тахрихим, то есть одежды для умершего. А потом Равуна Брид Рав Йешуа вылечился, и Рав Попе чувствовал себя очень неудобно с ним встречаться. Он так проговорился про своего друга. Потом они встретились. Равуна Брид Рав Йешуа сказал Рав Попе так, послушай, ты знаешь, то, что ты сказал, было совершенно верно. Я действительно был при смерти и должен был уйти на тот мир. Но на небесах сказали, так как он уступает, уступим ему тоже и оставим его здесь. То есть он должен был уже уйти с этого мира, но из-за этого качества Бог его оставил. Это качество, которое писал в своем коротком письме Рав Хаим Каневский. Он заканчивает письмо оптимистически в заслугу, что мы будем укрепляться в этих качествах, чтобы эти заслуги помогли, чтобы мы были здоровы, мы и наши домашние. Хотел бы сказать о нескольких мицвот-заповедях, которые имеют особую силу помогать человеку в этом. И, во-первых, в Шулхан Арух написано, это гемара, что стоит, чтобы человек говорил каждый день 100 брахот, 100 благословлений. И это приводится, чтобы были люди, была эпидемия, и умирали каждый день по 100 человек. Давид а-Мелех постановил, чтобы были говорить брахот, и их каждый день, чтобы были 100 благословлений, и эпидемия остановилась. Ну, на практике тот, кто говорит брахот, благословление обычно, как написано в Сидуре, в будний день, ну, и он что-то ест, выходит в туалет и так далее,
В будний день определенно есть 100 брахот. В субботу иногда что может не хватать. Но в субботу приводится, что человек может что-то есть, я не знаю, яблоки или что-то, добавочное благословение, что-то нюхать. И когда человек слышит чтение Торы и благословление на это до и после, и того, кто вызывает к мафтеру, то тоже есть 100 благословлений. Приводится, что благословление после туалета, о котором мы говорим, Аша Йоцар, имеет духовную силу, это мицва, говорить с каваной, спокойно, сосредоточенно, имеет духовную силу беречь здоровье человека. Почему? Не то, что почему, чем. Очень просто. Когда человек за что-то благодарит Бога, так Бог посылает ему подобное тому, за что он его благодарит. Благословление Аша Йоцар, которое мы говорим после туалета, мы говорим о мудрости Бога при создании человека. А как Бог создал человека мудро? Имеется в виду про то, что у человека органы выделения отбросов нормально работают. Известно, что человек, у которого это не работает нормально, сколько у него страданий, тот, кто с этим сталкивался. Но текст этого благословения, он более, намного более общий. Он создал человека мудро. Удивительно, мудрость Бога при создании человека, как каждый орган работает прекрасно. Так когда человек благодарит Бога за мудрость при создании организма своего, это хранит его организм, чтобы он был здоров. Приводится в книге Зоар, еще одной мицве, в книге Зоар приводится, что читать главу, а кто это воскурение, имеет духовную силу снимать деним, то есть претензии на человека. И там написано еще, а известно ведь, на каждого из нас, на общество могут быть претензии. Так, но вопрос, что даже если есть претензии, на них не так смотрят. Это интересная вещь. Между прочим, мы же говорили о том, что об отдалении от злословия и сплетен. Что делает, чем так страшно злословие? Я только говорю одну из сторон этого. Знаете чем? Бог ведет себя с человеком мера за меру. Так у каждого, когда человек смотрит на другого, он может видеть положительное и может видеть отрицательное. Он может обратить внимание на хорошее, может обратить внимание на плохое. Так смотрите, что происходит, когда человек говорит о других плохое? То есть на что он обращает внимание? На плохое. Так Бог ведет себя с человеком мера за меру. У каждого из нас тоже есть хорошие действия, а есть, к сожалению, нехорошие. Так вопрос, на что Бог видит все, но к действию бывает, пока человек не говорит о других плохое, то кто
нехорошее, то плохое, что человек делает, на него тоже не так строго смотрят. А когда человек обращает внимание на плохое у других, что говорят на небесах? Ты обращаешь внимание на плохое у других? Ну, давай-ка посмотрим на тебя. Что у тебя есть? И обращает внимание на то плохое, что у него есть. И это очень-очень опасно. Это одно из опасных сторон говорить плохое о других. Потому что Бог ведет себя с человеком, с каждым из нас, мера за меру. Кто обращает внимание на хорошее, у него будут тоже обращать внимание больше на хорошее. А если на плохое, так на плохое. Теперь так. Приводится в Зоаре, что Кторет имеет силу и снять, аннулировать деним на человека, суды на человека. То есть на человека претензии, но на них не так будут обращать внимание. И Кторет имеет духовную силу останавливать эпидемию. В Зоре рассказывается об этом целая история. В каком-то месте была эпидемия, как один Талмид Хахам, который был там, сказал, чтобы там, читать Кторет. Теперь так. Мы знаем из истории, что написано, когда началась эпидемия, после бунта Кораха, так написано, что Моше сказал Аарону, иди, бери, приноси Кторет быстрее и, остановить этим эпидемию. И там так написано, что он это сделал, и эпидемия остановилась. Мор, который был на народ, остановился. Так хорошо читать Кторет перед молитвой и перед молитвой утренней шахрит, и перед молитвой Минха. А вообще-то надо же смотреть в корень. Каждый из нас имеет у себя хорошие действия и нехорошие. Надо думать, что каждый из нас должен исправить. Это смотреть в корень. Там в той истории в Зоре написано интересно, что тот раввин остановил эпидемию тем, что он послал людей на четыре угла города говорить Кторет, послал группу людей на четыре угла города говорить Кторет, и остановилась эпидемия. А потом он почувствовал себя нехорошо. Он задремал, ему сказали, послушай, говорит, ты остановил эпидемию, но ты их не вернул к чуве, не исправил их действия. Так же, как ты сделал это, делай так же и это. Исправь. Там написано в продолжении, что он это тоже сделал. То есть это, эти особо, скажем, кто раз, все очень хорошо, но корень вопроса, каждый из нас должен исправить то, что надо. Должен исправить, стараться исправить то, что надо. Ну, одно из действий, что очень помогает человеку, это Здака. В книге Мишлей царя Соломона написано «Здака тациум и мавет». Здака спасает от смерти. Теперь. Соблюдение шаббата имеет очень большую духовную силу. И очень приводит от больших людей Торы, что хорошо. Ну, во-первых, надо соблюдать шаббат как надо. А чтобы соблюдать, надо изучать. И как раз наша глава начинается «Собирай людей». Медраж говорит на это. Собирай людей и обучай их законам шаббата.
Шаббат имеет могучую духовную силу. Интересно, приводится от больших людей Торы, что принимать шаббат раньше, если у человека что-то не идет как надо, есть проблемы, приводится, что принимать субботу раньше, это большая заслуга. Так приводит от Рабана Лейпштеймана Зацал. Принимать субботу раньше. Ну, слава Богу, мы живем в Иерусалиме, что мы принимаем субботу по обычаю. Женщина зажигает свечи за 40 минут перед заходом солнца. В других городах по-разному. 20 с чем-то. В Хайфе, по-моему, 30. Вне Израиля принятое время 18. Начать принять субботу раньше – это хорошо, но стоит это делать, блин, это. Поэтому есть тоже большая духовная сила, потому что суббота – это особый духовный день. Это наподобие будущего мира. И прибавить к нему – это большая заслуга. И человек входит в субботу спокойно. Любопытно, что тут в Израиле в связи с короной мы видим что суббота требует свое. Те, кто живут в Израиле, знают, что, к сожалению, некоторые антирелигиозные силы, меньшинство, большинство простых жителей Израиля относятся положительно к соблюдению заповедей, к субботе, к раввинам, к Торе. Большинство людей тут в Израиле. Но есть меньшинство, которое захватило позиции, и они то, что было принято, то, что называется статус-кво, ситуация, как было при создании государства в 1948 году, оставить как есть. Последние годы антирелигиозные силы стали стараться открывать больше магазинов в субботу, увеселительных учреждений. А несколько месяцев назад намеренно некоторые городские муниципалитеты посылать общественный транспорт бесплатно за счет общества в субботу. Сейчас мы видим, что с небес были этим очень недовольны. И что Бог сделал? Вы знаете, что когда-то говорили? Когда-то говорили так. Тот, кто едет в субботу, сиди дома в течение недели. Сейчас общественный транспорт стал работать ограниченное время, а в пятницу, субботу вообще не работает. Шутя, я говорю об этом так. Я говорил по прибавку в субботу, правильно? Это называется тосефет шаббат. Тут сейчас в этот шаббат есть такой гидур, устражение тут в государстве Израиль, что относительно общественного транспорта. Начинается прекращение общественного транспорта в четверг с 8 вечера и до воскресенья в 5 утра. Большая прибавка к субботе. Соблюдение субботы приносит с собой большую браху каждому из нас и всему обществу. И очень важно соблюдать субботу с радостью, принять субботу раньше и проводить ее позднее.
Интересно. Хофец Хаим в своей книге Мишне Брура в законах субботы пишет, что очень хорошо, если человек может принять субботу полчаса до захода солнца или хотя бы треть часа. Так он пишет. Тогда, говорит, он выполняет, по мнению многих поским, добавочных, выполняет субботу. Ну, я уже упомянул, что в Иерусалиме тут принято принимать субботу за 40 минут до захода солнца. И так, если кто-то хочет, если кто-то может принять субботу раньше, это очень важно. Для хозяев, которым, конечно, очень важно, чтобы было приготовлено на субботу все, что надо, можно что-то делать в четверг. А если уже приходит время, когда надо сжигать свечи, то даже если не все готово как надо, лучше пусть не будет такой блеск на субботу, и будет не хватать какой-то салат на субботу. Но самое главное – принять субботу вовремя, спокойно, с радостью. Это то, что я хотел сказать про субботу и про современное положение.